«Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц», — поспешно пробормотал молодой человек, с полупоклоном вспомнив, что надо быть любезнее. «Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были», — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица. «Так вот, я опять по такому же дельцу», — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи. «Может, впрочем, она и всегда такая, да я это тот раз не заметил», — подумал он с неприятным чувством. Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед. «Пройдите, батюшка». «Что угодно», — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. «Заклад принес, вот!» И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке был изображен глобус. Цепочка была стальная. «Да, ведь и прежнему закладу срок. Еще 3-го дня месяц как минул. Я вам процент еще за месяц внесу, потерпите. А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать. Много ли за часы-то, Алена Ивановна? Я с пустяками ходить, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам в прошлый раз 2 билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за 1,5 рубля можно. Рубля-то 4 дайте, я выкуплю отцовские. Я скоро деньги получу. 1,5 рубля и процент вперед, коли хотитесь. 1,5 рубля, — скликнул молодой человек. Ваша воля, и старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тотчас одумался, вспомнил, что идти больше некуда, и что он еще и за другим пришел. «Давайте», — сказал он. Старуха воротилась. «Вот, батюшка, коли по гривне в месяц рубля, так за 1,5 рубля причтется с вас 15 копеек. За месяц вперед. Да за 2 прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек. А всего стало быть 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши руб 15 копеек. Вот, получите-с». «Как? Так уж теперь руб по 15 копеек. Точно так-с». Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить. Точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать. Но как? Будто он и сам не знал, что именно. «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь подарю. Серебряную, хорошую папиросочницу. Одну. Вот как от приятеля ворочу». Он смутился и замолк. «Ну, тогда и будем говорить».